На траве видно роса. Видите, роса. Вот пальцы сухие, сейчас беру вот так. Хоп. Вот такая капля воды. Закасаться надо. Кофту надо. Штаны закасать. Что-то поясницу сквозит. Поясничка сквозится. Косачи слышно вот так. Как лягушки делают. Косач. Не один. О, сыграл карась. Видели, наверное. Ой. Ну, ё-моё, как так-то? Как так-то? Никто не хочет нам клювать. Наверное, надо нам в кровать. В кровати спать и не вставать. Но нет, не тут-то было, друзья. Зачем нам спать, когда нам можно заниматься вот такими вот делами интересными? Заряжаться энергией дзынь. Энергия дзынь. Тан-тарарам, тан-тарам. Тан-тарарам, тан-тарам. Тан-тарарам, тан-тарам. Чайка полетела. Ну и где наш карась? Ах, карась, карасик. Ты, блин, тут карасик. Карасик, карасек. Ну-ка, если я вот сюда заброшу, вот так. Я сюда прикормку вчера тоже кидал. Не могли за ночь тут все выйти. Караси. Это я шевельнул ногой свои колокольчики.
никто не хочет у нас клевать. Кукуха орёт и орёт, орёт и орёт. Елочку кинуть. Вот так туда кинем сейчас опять, где были поклевки. Пять 36 уже, друзья. 4 карася. Угу. Кинул, шевельнуло уже сейчас. Как будто бы карась так подходит, его чуть-чуть приподнимает червячка. И вот так поплавок чуть-чуть поднимается. И все. Вот сейчас перестало опять. Вот, ну непонятные дела творятся, короче. Абсолютно непонятные. Наверное, последних 4 карасей тут поймал, друзья. И пруд опустел. Вот. Хотя тут есть ротан. Он не активен сейчас почему-то.
Но он, и слава богу. А вот карась, мне карась интересен, блин. Куда он делся? Чё он не клюет? Почему он не подходит, а? Вот в чем вопрос-то, друзья. Чего ему не хватает? Может попробовать вот этот спиннинг нам кидануть сюда прям поближе, метров 10-15 от берега, а не так, как я метров на 30 кидану. Наверное, с елочкой идет. Хотя нет, просто трава. Сейчас посмотрим, что у нас с червями. Что с червями? Хе-хе, здесь червя вообще нету. А тут вообще он какой-то дрищ, он даже не шевелится, ё-моё. Так что я думаю, сюда, ребятки, мне надо сейчас не пожадничать, одеть червей нормально. Просто штуки три там, не знаю, может 4. По 3 штучки одену червячка, но они у меня быстро кончатся тогда. Но ничего страшного, зато вот такой вот пучок будет у нас на крючке. О, широконоски летят. О, 2 широконоски, 2 самца широконоса. Я уже их на вот этот... Знаю. Я уже их запомнил с весны, блин. Я же их 2 добыл бы. И это... Теперь я знаю, как они кричат. Просто это вообще интересно. Кайфово я нынче на утку поохотился весной. 15 уток добыл. Кулик прилетел. Потом посмотрите, друзья, я видосик буду попозже выкладывать. Сейчас у меня пока дела с трафиком слабоваты, чтобы вам показать это все дело. Вот сейчас вот сюда вот так возьму и кину. Вот так. Вот так, недалеко. Оп! И вот здесь, ага, вот так, где-нибудь вот так. Нормально будет. Оп-оп-оп-оп. И вот так поставим. Оба, вот так. И пускай стоит. О, сразу же тукнуло. Прикиньте, тукнуло сразу, друзья. Сейчас проверим, поведет, не поведет. Тукнуло сразу, ё-моё, видели? Наверное, не сидит. И может просто леску задел. Пучок одел. Ясно, понятно, наживка заметнее стала. Сейчас здесь надо мне землю повыкидывать. Червей у меня мало. Mm-hmm.